Здравствуйте! На библейский портал Экзагет поступил вопрос, почему сейчас нет пророков. Ну, для начала вспомним подсказку от Господа, что такое вообще пророк чем пророк занимается, потому что иногда нам кажется, что, не, может, сейчас и пророки есть, или, может, мы о них не знаем, или вот просто там какой-то батюшка прозорлив, может, это он пророк. Поэтому нам надо определиться с терминологией, тут нам не нужно не договариваться, нам достаточно открыть книгу второзаконие, 18 главу, и посмотреть 18 стих, и чуть далее. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерть. А тут, конечно, не то, что ой, человек там сошел с ума, думает, что он пророк, и его там надо вместо того, чтобы лечить, там, смерти предавать. А тут, конечно, нам в контексте Нового Завета понятно, что от смерти духовной говорится. Пророк — это тот, кто возвещает волю Божию. Пророк, он не сверхъестественное существо, он воздвигается вот из среды братьев моих. Ну, то есть вот из братьев мы все, братья и сестры, и пророк из нас. Так почему же пророк не воздвигается? А вот когда мы причтились на литургии, после этого священник читает молитву перед тем, как потребить дары. Дары, то есть вот все тело и кровь Христова, причастие, то, что осталось после причастия мирян. И там как раз обращение к Христу, исполнение закона и пророков сам Сы Христе, исполни все отеческое смотрение, исполни радости и веселье сердца наше. Эта молитва, она благовествует евангельскую истину, которую Господь открыл Луке и Клеопе, апостолам, которые путешествовали и Маус, и беседовали о смерти Христа, когда Он сам явился по Своему воскресенье что Он начал от пророков и псалмов, и они поняли, поняли, что вот Иисус ⁇ это тот самый Христос, это то самое исполнение пророков. Все пророки готовили откровение полноты Божественной истины. И эта Божественная истина открывалась понемногу. Сначала, да, были пророчества, от Ноя были пророчества, от Адама были пророчества. Сам Бог давал Адаму и Еву пророчества, еще даже не было пророков людей. То есть понемножечку открывалась вот эта истина, но во Христе она открылась полностью, и в нем полностью исполнилась. Именно поэтому сейчас нам не нужен никакой человек, отдельный пророк, который скажет, что вот что-то еще будет, потому что уже все, что... Будет, оно уже есть. Уже вот Господь соединил нынешний век и будущий. Да, вот как мы поем в символе веры, чай воскресенья мертвых и жизни будущего века. Мы уже ради этого живем. Уже сейчас мы с этим будущим веком сопричастны. Мы, когда э, празднуем воскресный день, воскресный день имеет символику и первого, и восьмого дня. Да, потому что мы помним, седьмой день — это суббота. Первый день Господь начинает мир, это воскресение, но когда Господь воскресает, это уже первый день в Царстве Небесном. И мы, приходя на Божественную литургию, причащаясь святых Христовых тайн, приобщаемся именно к будущему век. Тут можно сказать: ну а как же там? А апостолы тоже, они же, вот как и пророки были. Их путь совсем другой. Господь, когда в самой последней главе Евангелия от Матфея, Господь говорит, вот идите, научите всех, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа, да, вся елика заповедах вам, все, что я вам заповедал, уже все Господь открыл, уже нет никакого тайного знания, уже не нужно ни о чем пророчествовать. Все необходимое для нашего спасения уже в Евангелии есть все, что необходимо для более полноты нашего спасения, его понимания, мы открываем Ветхий Завет, его читаем сквозь призму евангельского новозаветного толкования и тоже путь своего спасения подкрепляем. Более того, даже книга Откровения Иоанна Богослова, она тоже эта книга, можно сказать, но ну, в чем-то пророческая. Но, что неудивительно, ее не читают во время богослужения потому что богослужение, оно нам напоминает, все необходимое для спасения у нас есть. И хотя откровение некоторые о будущем дает Иоанн богослов, он не становится пророком, он остается апостолом. Он дает то откровение, он показывает, и почему апокалипсис тоже актуален не только в последние времена, но и каждому из нас в наше время, потому что те искушения, зачем тебе бояться, что придет с Антихрист, что придет да, там зверь вот, апокалипсиса, явится и как-то тебе будет мешать спастись, когда уже сейчас лукавый может приступить к своему сердцу. Все слова уже новозаветные, это слова не пророческие, это слова, которые действуют сейчас и связывают нас с жизнью будущего века. Да, конечно, нам охота пророчит какие-то предсказания, что со мной будет. Но это на самом деле некоторое праздное любопытство. Задача пророков было не говорить, не предсказывать будущее, не гадать по ладони. Задача пророков было возвестить Христа, который только придет. А мы, христиане, Христос уже пришел к нам, и поэтому мы, конечно, благовестуем, возвещаем о нем. Но не о том, что будет, а о том, что у нас уже есть.